Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть вторая. Мы продолжаем наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту, гладкую кожу, шелковистые волосы, глаза, зубы, стройную фигуру и легкую походку. Одним из этих представителей является витамин группы В, которые важны для организма все. Например, витамин В2, рибофлавин. Это витамин красоты и молодости. Он обеспечивает упругость кожи, замедляет процессы старения, а также помогает полноценно усваиваться пищи. Все витамины этой группы взаимосвязаны. Поэтому так важно полноценное и здоровое питание. Недостаток витамина В2 приводит к проблемам с кожей, ухудшению зрения, депрессиям и частым нервным срывам, снижению иммунитета. Особенно важно увеличить количество этого витамина, поступающего с пищей, если часто проявляется вирус герпеса, выявляются нарывы или даже фурункулы. Симптомами недостатка витамина В2 также являются морщинки над верхней губой, морщины или трещины в уголках губ, покраснение век, ощущение жжения глазных яблок, шелушение кожи на кончике носа, повышенная жирность волос. Ухудшается работа мозга, снижается концентрация внимания и память. Как и все витамины группы В, витамин В2 в наибольших количествах содержится в пивных дрожжах, печени рыб и животных, говядине, яичных желтках, проростах пшеницы, твороге, твердых сортах сыра, зеленый горошек, томаты, репа, лук-порей также содержат этот витамин, хотя и в меньших количествах. О других витаминах вы можете узнать в следующем видео. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.